главным боем в легчайшей весовой категории синемугол гость с Монголии. Его рост 170 сантиметров, вес 62 килограмма. Он чемпион Монголии по боевому самбо, рукопашному бою и джиу-джитсу. Его профессиональный рекорд 5 боев, из них 4 победы, только одно поражение. Он победитель профессиональных турниров промоушена «Легенды в Сималайзе». Лучший боец Монголии в легчайшем весе. В красном углу ринга. Республика Бурятия, город Улан-Удэ, представляет Федерацию самбо Республики Бурятия. Его рост 172 сантиметра, вес 62 килограмма. Он является мастером спорта по боевому самбо, многократный чемпион Сибирского федерального округа по боевому самбо. Его профессиональный рекорд составляет 4 боя, 2 победы, 1 поражение и 1 ничья. Алтар Кудалаев! Правила помним, не нарушаем. Меня слушаем внимательно по команде. Стоп, бой прекращаем. Возможный бой. Ждем красивого боя. Делитесь честно. Пожмите руки. По вам. Друзья, давайте пошумим! Ура! 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 Ура!
Друзья, давайте поддержим аплодисментами наших бойцов. Это уже встреча 100%. Громче, 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 не жалейте вопросов, друзья. Эти ребята делают шоу только для вас. Открывайте. Готов. Второй раунд. Ой. Итак, друзья, давайте еще раз поприветствуем наших бойцов аплодисментами. Бой завершен на втором раунде. 1:24. Технический нокаут. Победу в бою одержал